Добро пожаловать на наш сайт! Сегодня приготовим омлет с брюссельской капустой и сыром. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Брюссельскую капусту промываем, просушиваем и выкладываем на сковороду с растительным маслом. Тушим и немного поджариваем на небольшом огне 10 минут. В миске соединяем яйца, соль и черный молотый перец. Взбиваем вилкой или венчиком до однородности. Добавляем сметану, а также специи, тимьян и укроп. Снова перемешиваем до однородного состояния. Сыр натираем на мелкой терке. Распределяем брюссельскую капусту равномерно по сковороде и заливаем омлетной смесью. Жарим закрытой крышкой на среднем огне до схватывания верхней поверхности омлета. Затем сверху посыпаем сыром. Снова закрываем крышкой и держим на огне еще пару минут, после чего снимаем с плиты и оставляем омлет минут на 5 доходить до готовности. Омлет с брюссельской капустой и сыром готов. Рецепт с пошаговыми фото вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка которого указана в описании к видео. Приятного аппетита!